Ну, она мертва. Ты расстроилась? Мы не смогли ее допросить. Да. Но она не трогала Джоэла. Допрос с пристрастием она не заслужила. Она знала, что они идут его пытать. Мне плевать, что она стояла рядом. Понимаю. Давай поищем укромное место. Переберем ее вещи. Давай. Пойдем в культурный центр. Найдем там. Смотри, Боба! Блин! Пригнись. Они все мертвы! Их убили шрамы! Рассредоточиться. В здании могли остаться шрамы. Прикрывайте друг друга. Идите кто-нибудь к рации, доложите в штаб. Пошли. Что ты делаешь? Хочу срезать веревки. Сначала надо зачистить здание. Я их в таком виде не оставлю. Ну снимешь ты их, чем им это поможет? Иди! Хорошо. Надо двигаться. Надеюсь, это не тупик. Я думала, нам конец. Да уж. Много! Черт, сука!
Дина, тут нельзя надолго задерживаться. Быстрей! Давай, пошли. Ага. Ты цела? Ага. Спасибо. Слушай, я очень устала. Пойдем отсюда. Путь закрыт. Может, сюда? Ты слышала, как они нас называли? Шрамы? Вот кто, видимо, нарисовал те рисунки. И выпотрошил тех псов. Какой-то город маньяк, честное слово. Какого? Боже, ты когда-нибудь такое видела? У топляков кислотные споры, но по звуку не похоже на топляка. Вон там еще одна лестница. Ладно. Как до нее добраться? Сойдет. Иди сюда. Еще один шагу! Валим отсюда! Бел! Бел! С тобой! С тобой! Уходи! Уходи! Ублюдки! Тебя не ранили? Нет, я цела. Шаркуны? Так они их называли? Да.
Откуда берутся эти шаркуны? Без понятия. Но твари гадкие. Посмотри на эти ожоги. Спасибо. И куда он нас выведет? Не торопись. Сейчас. Почти. Все. Вроде никого, насколько я вижу. Хорошо. Шаркуны? Как будто тех нам было мало. Да, природа та еще мразь. Она похожа на ту женщину с граффити шрамов, да? Посмотрим. Да. Магия.
Где-то должна быть лазейка. Ценю твой оптимизм. Черт, шаркуны. Отсюда валить. Согласна. Спасибо, Шерлок. Господи, как долго поезда ходили после начала эпидемии? Спасибо. Дина. Да. Выхожу. Эй, свет уже близко. Выбрались. Веди. Я иду!
Элли, твоя маска! Держи, будем дышать по очереди. Нет, нет, нет! Стой, не снимай ее, Дина, не надо! Элли, не надо! Стой! Нет, Элли, нет! Стой! Я не заражусь! Я иммунна! Я не кашляю, видишь? Черт! Дина! Проклятие! Бежать можешь? Да! Тогда побежали! Вперед! Беги, Дина! Элли! Я рядом, не останавливайся! Сюда! Быстрей! Черт! Направо! Давай! Дина! Может, передохнем в этом театре? А, как я была бы рада. Еще чуть-чуть. Я помогу. Стой. Сможешь? Тут никого. Пойдем. Может, скажешь мне, в чем дело? А может, лучше ты? Элли, ты же вдохнула споры. Не бойся. Я иммунна. Ага, ты иммунна. Хватит. Очень давно меня укусили. Да что ты такое несешь? И со мной ничего не случилось. А, так этот ожог. Мария, Томми. Только они знают, и Джоэл. Знал. А теперь ты. Я не заражу тебя, так что не бойся. Но и иммунной не сделаю. Скажи что-нибудь. Элли. Я беременна. Что? Не бойся, не от тебя.
И что же? И что же нам теперь делать? Ничего. Я просто отдохну чуть-чуть. Ты издеваешься, что ли? Когда ты узнала? Ну, несколько недель назад. Что? Недель? Мы же могли еще вернуться. И я не знала. Не знала точно, ясно? Я боялась стать обузой. Зато теперь ты точно обуза. Я пойду. Осмотрю здесь и вернусь. Отдыхай. Погибает в этой пьесе. Беременная. Ну, охренеть. И никому не сказала. Серьезно? Жарился. Что за звук? Надеюсь, солдат из тебя был лучше, чем электрик. Это что? Отлично.
Видимо, это его вещи. Он был здесь довольно давно. Надеюсь, больше тут никого. Джоэл, вот где надо кино крутить. Ништяк. Мрачненько. Да ладно. Стой. Не, просто надо, чтобы мозоли наросли. Угу. Ну все, пошли. Уже? Да. Угу. Я попробую угадать. Ты хочешь испортить себе сюрприз? Не знаю. Это динозавр? Хватит гадать, все равно не скажу. Ладно, это слон? Это кабриолет? Ты не угадаешь. Это щенок? Это семья котят? В смысле, помет? Чей помет? Котят от одной кошки. Тогда почему помет, а не семья? Уж не знаю, но говорят помет. Ну и глупо. Нет, это не поймет, котят. Ну ладно. Воздушный шарик? Не трепись. Шевелись. Аккуратней. Я вижу. Ой. А-а-а!
Что с тобой не так? Ты бы видела сейчас свое лицо. А если бы я утонула? Так ты не утонешь. Так ты только наберешься уверенности. Ага, старик, смейся надо мной. Ты еще поплачешь. Давай туда. Ты гадкий. Плаваешь ты уже увереннее. Только помни, нужно не болтыхаться, а... Толкать воду всей рукой. Бла-бла-бла. Ну, хоть что-то ты усвоила. Олег, пойди сюда, посмотри. Видишь, где? Вон там, смотри. Ага. Вижу. Ага. Похоже на... Как ощущения? Бодренько. Что, не нравится, когда сталкивают в воду? Ну, на самом деле нам все равно придется здесь плыть. Я вернула должок, ты зол и огорчен. Я очень зол и огорчен. Поплыли. Здесь надо поднырнуть. Вдохни поглубже. Ага, поняла. Учитель истории, который извинится за то, что был таким козлом. Прости, что? Он называл цикад террористами. Мы с подругой всегда поднимали шум. Он нас часто наказывал. Попробуй не беситься из-за того, что люди говорят. С козлами тяжело. И тем не менее. Здесь тоже надо нырнуть. Ну и куда это мы... Это что? Новые кеды? Сколько их уже у тебя? Маловато. Давай. Ладно. Нахрен. Хватит угадывать. Отлично. Ну, ты скажи, это большая коллекция комиксов? Нет, стой. Коллекция DVD. Да. Что именно? Просто да. Оптические диски? Хорошая штука. Джоэл, офигеть! Мы пришли. О боже, это все же динозавр! Точно. Джоэл! Сюрприз. Охренеть! Охренеть, это же динозавр! Королевский ящер-тиран. Здоровенный. Ты делаешь? Элли, осторожней! Я лезу на динозавра! Да, я вижу. Осторожней, а то свалишься с него, разобьешься. Смотри! Я на настоящем динозавре! Не-не-не-не-не! Ты что творишь? Не прыгай! Лучше слезай! Да, я видел. Офигенно, да? Офигенно это, что ты ничего не сломала. Это было офигенно. Это что? Это книга.
Книга про динозавров. Ну да. Ладно. Ух ты! Хочешь примерить? Не хочу. А зря. О, какие когти! Это велоцираптор. Вообще-то это дейноних. По-моему, это велоцираптор. Ага. Ну, или так их называли в том фильме, который я видел. Алло, простите, все динозавры сейчас заняты. Что ты делаешь? О, подождите, вот один как раз подошел. Джоэл, это тебя. Как смешно. Правда же смешно. Врубился? Ты старый. Да понял я. Ну ладно. Компсогнат. Громкое имя для таких крошек. Да, они нападали стаей. Ты это в фильме видел? Вообще-то да. Но в другом. Это была вторая часть. Хуже первой. Ого, а у этого мозг был размером с орех. Ну надо же. Похоже, у вас немного общего. Как смешно. Мелкая башка. Джоэл, смотри! Это шляпный динозавр. Это шляпозавр. Это что теперь, модно? Господи, только не новая мода. Эй, Джоэл. Элли. И не снимай, понял? Мой день, мои правила. Трицератопс значит три рога на морде. Да, и от этих рогов лучше было держаться подальше. Диметродон был суперхищником. Что значит суперхищник? Самый крутой хищник. Хм, а по росту не скажешь. Стой, ты что, про меня? Галимим значит имитатор курицы. Кто это придумал? Ученые. Ну, и тупицы. Брахиозавр ежедневно съедал 300 кило зелени. У-у-у, представляешь их какашки? В фильме была сцена, где там один из героев говорит, какая куча дерьма. Что за фильм и когда мы его посмотрим? Вот что, как вернемся в Джексон, посмотрим. Ugh.
Этот похож на птицу. Ну, вообще-то, палеонтологи считали, что птицы произошли от динозавров. Ха. Не признала вас, профессор. Ну, кое-что я знаю, да. Из фильма. Иди дальше. Ты часто бывал в музеях? Да, да, Сара их любила. Она протащила меня по всем музеям в Техасе. Похож на жирафа. И правда похож. Вот ты для чего. Ну вот. Что это тут есть? Тебе не нравится. Понял, пошли. Ну тебя. Сколько раз люди бывали на Луне? Два. Шесть раз. Уверена? Да, уверена. А со мной будет семь. Ух ты. Джоэл, ты все планеты можешь назвать? Мама всегда запрещала мне, юному следопыту, узнавать название планет. Ты что, перегрелся? Мама, Меркурий, всегда Венера, мне Марс. А, ясно. Поняла. Да, прикольно. Вот да. А где у него руль? У луноходов нет руля. Только джойстик. Хм. Погоди. Это тот самый? Учитывая, что те самые остались на Луне, навряд ли. Ох, и круто. И чем он пахнет? Космосом и пылью. После вас. Не ударься. Вот это да. А, я здесь. Ого. Только глянь на все эти кнопки. Это так круто. Блин. Только представь себе. С днем рождения, детка. Что это? Это вещь, которую было сложно найти. Бери.
Закрой глаза. Ты не пожалеешь. Ладно. Я молодец? Ты еще спрашиваешь? Не за что, малышка. Ну что, пойдем дальше осматриваться? Да, наверное. Вон там еще музейные штуки. Ты всех так достаешь или только меня? Прыгай сюда! Нет! Так, у кого день рождения? Ты перегибаешь палку. Давай бомбочкой! Мы еще не все осмотрели. Джеронимо! Неплохо. Эй, подсади меня. Может, не стоит? Я открою тебе дверь. Давай, раз уж мы сюда пришли. Давай. Ну, вот так. Так, у нас проблема. Тут дверь завалена хламом. Ну, поищи мне другой ход, а я обойду здание. Осторожней там! И ты! Тут водятся динозавры! Ох, крепись, дружбан.
Тяжело жить без друзей. Темно тут. Черт. Выходи, падла. Дурацкие чучела. Да, я здесь. Это что было? Просто животное. Ну ладно, пойдем. Хочу развести огонь до того, как стемнеет. Пошли. Эй, и как я тебе сейчас? Милашка. О, починила? Контакт отошел. У антенны. Они побывали в школе. Что ж. Этот парень, Оуэн, взял и исчез.
Может, его нашел Томми? Может. А о ней что? Ничего. Отряд Ромео, направляйтесь в зону 2. Повторяю, направляйтесь в зону 2. Прием. Вот. Номера. Это зоны. Та телестанция 6. Из зоны 2 много передают. Видимо, у них там база. Так легче. Слушай. Зря мы так. Вчера. Да. Пострадавшие в зоне 14. Свободные отряды, ответьте. Прием. 13-я на связи, от Рафима поближе. Сколько там шрамов? Прием. Это не шрамы, а вооруженный мужчина. Чужак. Отходим. Вооруженный мужчина? Томми, где 14? Я не совсем уверена. Ну, попробуй. Ну, раз это 7, а 12 вот тут. Наверное, где-то в этом районе. Хиллкрест. Ясно. Дина? Да. Слабачка. Эй. Я пойду. А ты будешь слушать, да? Да, ладно. Стой. Дай руку. Это на удачу. Я в нее не верю. Я верю. Значит, Хиллкрест. Мне точно сюда? Совершенно точно. Это наверняка Томми. Черт.
О, прикольно. Туда добраться. Черт! Этих гадов тут слишком много. Держись, Томми. Thank you.